Привет всем! Добил я свою мастерскую, наконец-то. А так у меня сейчас куча места. Тут почти на своих местах все осталось. Вентиляция новая. Тут по мелочи все. Все на колесах. Все можно выкатывать. Везде можно подлезть сейчас. Вот такая вот. Тут куча места. На всякий случай. Здесь был, кто помнит, стол на всю стену. Но я им не пользовался нифига, блин. Собираю все равно все по мелочи. Вот на этой, на циркулярке. Стол большой, удобно. А так, толком и не пользовался этим всем. Это у меня все по одной высоте сделано. С циркуляркой. Чтобы можно было ставить, тут крутить, вертеть, как хочешь, пилить, что-то побольше там. В этом в основном вся проблема и была, что ничего не отпилишь толком. Тут места не было, ни в ширину не хватало, ни в длину, блин, никак вообще. Ну, сейчас вот начнутся поделочки, наконец-то. Достала меня эта перестройка тут, блин. Бардак развел. Ну, сейчас я с мастерской вынес все эти расходники все, вон туда, вон, два ящика сделал, огромных, 900 на 700 и высотой 200. Туда у меня все влазит теперь. Тут еще прибраться маленько осталось. С мастерской все готово. Стол фрезерный появился наконец-то у меня. С этого хотел делать, но не стал. Новый сделал. Вот такая вот перестройка с лампочками. Повезло мне. Вот эти диодные светят классно. Эти еще поменяю две. И все. И у меня порядок будет. И светло, и тепло. Ну, тепло не будет зимой, но эти прилепил тут на стенку, чтобы можно было под ними прибираться. Это все, блин, не подлезешь вечно. А свинячу я много. Так что вот так разобрался. Ну, по мелочи, может, какие-нибудь полочки еще понаделаю. По ходу пьесы посмотрим. Подрезцы сделал. Новую. Отверстий побольше насверлил, потому что еще буду делать резцы. Всяко разно. Сверлилку тут вляпал в угол. Пока не мешает вроде. Песочки, все. Все как надо, короче. Сейчас здесь на токарном классно работает, светло. То нифига не видно было, блин. Так что получилось все. Проводов тут накрутил, блин. Как попало, кучу целую. Но нормально. Все работает. Розеток добавил. Розеток много не бывает никогда. Так что следующие видосики уже будут про что-то интересное. Какие-нибудь поделки-самоделки. Тут еще подклеил немножко. Все никак не могу доделать это все. Ну вот такой переворот у меня случился. Месяц почти я провозился с этим всем. Ну, естественно, не каждый день, то на работу, то еще куда. Ну, теплее стало, с полу не дует сейчас. Классно подметать, вообще кайф. Все гладко, ничего, никаких углов нету, закорючек. Тут все это укатил в угол, подмел, прикатил обратно. Так что помогло мне сильно это новый пол. И лампочки вот эти классные колбасят вовсю. Ну, всем пока, спасибо всем за внимание. До новых встреч в эфире.